Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Так, после этих, как сказать, зомби против спецназа, я решил немножко отдохнуть, расслабиться, так скажем. Поэтому Snap, думаю, поиграю. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой еще возьмем заданий. Вот так вот. Фух, пойдем. Чуть-чуть развеяться по-любому надо, ребята, а то трэш какой-то был там. Эго-снэп. Откуда они вот это берут? Эго-снэп, там вот это все. Что это за... Как бы тебе сказать... Надписи такие. Откуда они их берут? Что там у нас? После каждого хода здесь карта получает плюс один к силе. Хе-хе-хе. Трупешник. Это трупешник, ребята, сразу вам говорю. Такс. Ну что, я, наверное, поставлю... Вот так вот. Морду. Пускай морда здесь стоит. Этого будем уничтожать, наверное, в конце ближе, да? Пускай пока прокачит его. О, лимба. Лимба, лимба, лимба. Ну что, уничтожаем его, да? Или подождем еще? Пускай он там накапливает энергию для него. А мы сделаем вот так вот. Вонг у него, да? И что же ты такое хочешь сделать-то, Вонг? Вот что меня интересует. Кого ты хочешь раскидать там? Где ни попадя. Очень мне интересно на это посмотреть. О, я понял. Так, шестой. Ну, мы тогда, наверное, тоже поставим, да? Подожди. Подожди. Да подожди, ты говорю, твою налево, блин. Кого он туда хочет влепить? Вот что меня интересует. Она же у нас еще не... Или... А, она уже раскрылась, да? Раскрылась. Ладно, поехали. Что же мне сделать? Если я воткну Дума. Дума. Два раза он сыграет, да? По два раза. Если сюда поставлю, то 4 и 3, да? Так, вот здесь только попробуем. Ага. А этот уже как бы не в тему, ребят, если честно. С киллмонжером я немножко тупанул. Чуть-чуть. Ладно, бывает. Это я еще, ребят, просто не остыл нифига. Злой, блин, на этих зомби, блин. Я серьезно говорю, я не знаю, как там играть. Просто не знаю. Давят толпой, блин. Ты ничего не успеваешь сделать. Ты вообще ничего, блин, опять завожусь. Опять завожусь, блин.
Так, надо отвлечься. Надо думать о чем-нибудь хорошем. Добавлять ее так в руку противника. Так вот сделаем. Глыба добавляется. Ну, глыбу мы уничтожим, я думаю, да? Дума скинул, ребята, блин. Этот говнюк взял мне и скинул Дума. Вот тырок несчастный. О! Окей, ребята. Так, у него что там? Последний ход. Погнали. Я так и думал, что Хелла у него. Ё-моё, блин. Нет, ребят, это не вариант. Дума мне взял, сжег утырок, а? Ведь не кого-нибудь, именно Дум попал. Твою налево, блин. Пришел расслабиться, называется. Так, ну он 1.7 стоит, да? 1.7. Давай так сделаем. Отлично. Прям великолепно. Давай. Ну чё ты там, Джой Стар, давай ходи, ё-моё. Давай, поехали. Так. Так. Это тебе не поможет. Нахрена ты вот сюда-то поставил, блин. Ладно, этого снесем сейчас. Кого он там хочет поставить сюда?
Нет. А, это вернул. Блин, что, по очкам, что ли, выиграет? Нет, я выигрываю по очкам. Я, ребят. По очкам выигрываю я. Этот череп красный меня тоже вымораживает. 15 сразу же. Нифига себе. Чудо. А этот, блин, переместил тоже мне тигра сюда. Нафиг он мне здесь нужен-то был? Главное, отыграл. Это самое главное, ребят. Фух. Так, что у нас там? Задание какое-то выполнилось, да? А давай заберем. Так, разыграйте да, разыграйте карты стоимостью 2 и стоимостью 6. Разыграйте карты суммарной силой 200. Суммарная сила, они имеют в виду вообще, ну, чтобы в сумме у нас получилось 200 разыгранными картами. Тогда да, это можно еще. Первый игрок, который заполнит локацию, получит карту за 6 маны, да? Блейд. Угу. Ну, обращаться, ребят, не стоит, естественно. Я уже придумал, кто здесь будет, ребят. Вот эту локацию заполнить. Если, конечно, мне не придется что-нибудь поменять. Например, вызвать Рина или еще что-нибудь в этом роде. Наверное, придется, да? А мы сделаем вот так вот. Ведь 100% он на что-то рассчитывает. У меня дума нету, этого нету. Так, что там? До конца игры не будут раскрыты? Блин. Кого он сюда поставит? Знаешь, как можно его подколоть? Если бы я, например, был бы уверен, что он сюда никого не будет... я только хотел, думал... Думал поставить этого. Сюда. Хоп-гоблина. Чтобы он заполнил ему локацию и все. Но опять же, ребята, если бы он открыл первую карту, тогда бы эта вся ерунда заполнилась бы у меня, потому что просто было бы все забито. Он бы забил бы все ячейки, и хоп-гоблин бы не перелетел туда. Вот о чем я. Кстати, надо рубашку поменять на колоде. Смотрим. Добавляет здесь карту монстр с базовой силой 9. Я сюда поставлю. Этого можно уничтожить будет, если мне... Уанчи, да? Или как там? Панчи, Уанчи выпадет. Вот то, что доктор Тум в руке, это уже приятненько. Теперь нужен Ву. Смотри, смотри, что делает. Оу, щит. Танос, ребята, выпал. А Танос что дает? 6 камней бесконечности в начале матча. Но если выбор между Таносом и Думом, я возьму Дума. Добавлять по случайной карте. А вот это кто такой? Постоянно 6... Что? Постоянно 6 сил, если его имеет по 4 карты на одной локации. Ага. Ага. Имеет по 4 карты. Давай так сделаем. Этого уничтожим здесь, по-любому. Морф. Кого он сейчас возьмет?
Понял. Тин-тин-тин-тин-тин-там. Давай сделаем так. Дум. Куда его поставить-то? Куда поставить Дума? Пума. Че, ребята, выставляем тогда, да? А что Тума делает? Уничтожить, если в... здесь будет ваша другая карта. Должен уничтожиться, по идее. Гудбай. Нормально. Я там думал, что-то там по-серьезному, ребята, будет. А тут такой этот форшмачок выпал. Я что, приготовился? Ладно, ребят, повезло нам, просто повезло. Так, ну что, давай прокачаем что-нибудь. Что-то хочет прокачаться, но опять же, что, блин? Какой картой мы играли сейчас? Может быть, морды? Все, я к этой морде склоняюсь, а она никак не хочет, ребят, прокачиваться. Киллмонджер? Нет. Ну, Космо вряд ли. И вот так вот ходит, может быть, во. Вот так вот ходишь постоянно и смотришь. Какая же карта там хочет прокачаться, блин? Мне чтобы он как-то подсвечивался, выделялась, что ли. 10 бустеров, да? На силача. А кто такой силач? Что за силач? Я что-то не помню силача. Кингпин, но он не силач. Он главарь синдиката там какого-то. Добавь здесь... Ага, добавляет. Мне нравится, когда добавляет, и когда у тебя есть этот... Чувачок, который... уничтожает карты выше 9. У него тоже нету. Или он просто зажопил. Здесь нельзя уничтожать карты. Понял? Он же не знает, что у меня есть Рино, верно? Он же не знает этого, что мы можем изменить расклад. Да вы издеваетесь, что ли, а? Я так и понял. Только не сработает шторм у него. Угу. Подсматриваешь, да? Слушай, подожди. А он случайно не разрушитель или хочет там влепить? Интересно. Интересно, что он там задумал.
Ну, допустим. А приколюха-то в чем? В чем прикол вот этого всего? Сейчас посмотрим. Это его план вот такой был? Молодец. Сыграл, называется. На балалайке. Так, у нас что? У нас задания все закончились, что ли? Я не понял. Ну-ка, дай мне сюда задание. Еще дай. Поехали. Чем больше заданий, тем больше мы получим этих с тобой кредитов. А чем больше кредитов, тем больше мы прокачаемся. Так, агент 13. Здесь не работают постоянные эффекты. Но ведь мы можем изменить через Рина. А, нет, это ведьма меняет у нас. Рина у нас только уничтожает локацию, блин. Джессика Джонс. Уничтожаются здесь все карты проигравшего. Проигравшей стороны. Ну, как ты понимаешь, у меня с четвертого хода только все начинается. Все самое интересное начинается с четвертого хода. Ну, с третьего даже, вот, Рина. Я не знаю, на что он там метит. Но я ему не дам, ребята, воспользоваться. Да-да-да. Мы это сломаем. И сделаем вот так вот. Я не знаю, что он там хочет влепить. Морды у меня нет, к сожалению. Ой, морды. Тьфу ты. Доктора. Нет у меня доктора. Дума. Так, Дракулита. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, 3, 2, 4. А Морбиус сколько? 2 6, 0. Попробую. Сожгет же сейчас ведь. Вот сейчас что-то будет, ребят. Сейчас либо сожгет карту, либо еще что-нибудь. Посмотрим. Ну и все. Победа. Победа. Я думал, у него будет там что-нибудь другое. Мордок или еще что-нибудь. А там, оказывается, просто апокалипсис был. Никудышный апокалипсис. Вообще, я считаю, что он не актуален. Как по мне. Пробовал я уже его там и рубить, и кромсать, и все это сделать. Но чтобы его разыграть отлично, оно никогда не получалось. Опять, блин, первая разыгранная карта вами уничтожается. Вот опять же для сбросника самое то, который сбрасывает карты. То есть сюда он может и Росомаху поставить, да, и Нову. Да много чего можно влепить. Мне иногда кажется, игра специально
подыгрывает моему противнику. Ну, складывается такое впечатление почему-то. Карты здесь получают минус 2 к силе. Первая говорит, ладно, давай. А потом-то можно будет ставить? Я что-то не помню. Там же есть такие разные локации, на которые потом можно ставить, и она не уничтожается. Все, надеюсь. Да, для меня это закрыто. Что-то... Понятно, ребят. Короче, на сбросах. На сбросах парень будет работать. Давай так сделаем. Всех по 4 ставили, да? И даже этот. Поставим Дума. Джубили. Закрыл, да? Я Арина тоже не смогу разыграть? Нет. Че, придется перетягивать их? Все, выиграли. Слушай, а почему я отсюда не смог перетянуть? Тройку, например. Четверку. Неужели закрывается вообще, что ничего с ними вообще здесь не сделаешь? Вообще барьер, что прям пипец, пипец какой, да? Прям вот непробиваемый, да? Ладно. Шут с вами. Я-то думал, что сейчас мы перетянем с тобой. Ну хорошо, что магнита я туда поставил, по крайней мере. Он своей этой... Охламонка ничего не добился. А вот если бы он поставил на ту локацию, на другую, вот тогда бы, да, он бы выиграл, ребят. Потому что те карты я не перетянул бы к себе. Так, что там? На каждом ходу вы не можете разыграть здесь свою первую карту. Угу. То есть только вторую. Это нужно иметь две мелкие карты, чтобы сюда что-то хоть влепить. Так получается, да? Значит, нам нужно 2-3 или 3-2. Что-нибудь такое. Че, он сюда не стал ставить? Я не знаю, ребят. Карта здесь получает 1 к силе. Пропустим. Я хочу разыграть 3-1. Вот сюда. Сюда вот. Или же ставить 4 и потом Дума влепить. Как вариант тоже. Киллмонжер отдуплился у нас. Ну вот смотри. Допустим. Так, да? Поехали. Угу. Так, ладно, хомячит. О,
Сюда. Сюда. Ну и Дума. Или подожди. Сколько? Два. Один. Два. Семнадцать. У меня не выходит почему-то, ребят. Почему-то. Ну я 10 только получу максимум. Четыре, один. Я попробую рискнуть, ребят, перетянуть. Фигня, да, получается? Я эту перетяну, но не выиграю. К сожалению. Ну, видишь, кто же знал, что у него там этот будет. Да, тут не повезло немножечко. Там пса не было, да? Пса не было. Если бы был бы пес, он бы не смог бы притянуть карты. Вот это я имею в виду Космо. Да и этот бы тоже не помог. Хоп-гоблин. Кстати, я им что-то в последнее время не пользуюсь. Может быть, его убрать, ребят, из колоды, а? Где мой Киллмонжер, а? Быть уничтоженным. Мне нужен Киллмонжер. Иначе будет плохо. Джессика Джонс. Прокачивает его, зачем-то прокачивает. Последний ход. Ауч. Тогда только Дум. Да, проиграл. Так для этого он, если бы он хоть куда-нибудь другое бы место бы поставил бы, уже было бы, уже была бы победа у него. Почему-то он именно сюда поставил. Ну я не знаю, ребят, почему-то именно туда он влепил. Почему Киллмонжер не попался? Я хотел шварнуть того хмыреныша, а мне не выпало, а? Просто не выпало, понимаешь? Обидно. Так, что у нас там на прокачку идет? Морда все никак не прокачается. Ты, может быть? Нет. Хоб-гоблин не хочет. Неужели ты? Нет. А кто? Причем двое. Так, пантера, наверное, да? Нет. Тигрица, точнее.
Джессика? Ты что ли? Нет. На кого там силач? А как, кто у нас силач-то? Кингпин? Киллмонжер? Ну это понятно, что нет. Ага, вот, Бишоп. Так, это мы сейчас получим с собой карточку коллекционера, если не ошибаюсь. Угу. О, да. Повышает повышает силу вражеских карт в этой локации на 2. Ну что, ребят, берем Бишопа. Ой, Бишопа, просто ты попутал совсем. Берем красный череп нам, или как? А вместо кого? Кого убрать? Хоб-гоблина можно убрать, да? В принципе, удалить из колоды. И взять красный череп. Да, он стоит столько же, сколько и хоб-гоблин. Только он дает пятнарик нам. Попробуем. Да еще дает плюс 2 на этой локации. То есть он дает всем или только мне в этой локации? Так, карта здесь получает минус 2 к силе. Ну давай ставить ее. Все равно уничтожать будем. Через Киллмонжера, если такая возможность будет. А может быть Рина выпадет, тогда мы здесь заменим эту локацию. И будет вообще круто. Не кроша. Не кроша, ё-моё. О, да. Вот это, кстати, хорошая карта, ребят. Если вы разыграете здесь карту, ее сила удваивается. Интересно, девка пляшет. Ее сила удваивается. То есть сюда, если поставить дьявольского динозавра на семнашку, то прикинь, 34 просто как с куста берет. Серьезная заявка. А, ну да, конечно, достаточно энергии. Морбиус. Че там, там, кого? Понятно. Угу. Ставлю. Кто там у него сейчас будет, неизвестно. Дракулита. То есть если я ставлю, он же постоянный, да? А, нет, при раскрытии. Самашечка. Такс. И Дум. Думаешь, Дум стоит ставить? Ну, думаю, да. Погнали. Да ладно. Ты прикинь. Это что там получается? Он получает силу сброшенной карты?
Силу сброшенной, точно. Я думаю, как он там, силу сброшенной карты, да? Вот так вот, ребят, вампирчик сделал дело. Дум даже не помог здесь. Но опять же, друзья мои, должен быть вампир у тебя в колоде. Должен быть, вот все сложиться должно. После четвертого хода вытягиваю две карты. Ладно, давай сюда. Ну, даже если бы я поставил бы... Даже если поставил бы красный череп, это все равно бы не помогло бы. Если вы разыгрываете здесь карту, она уничтожается. Так, по-моему, ему дают дополнительную энергию, насколько я помню, да? Карта это дает. Уничтожаем этот валун, он мне нафиг не нужен. Или сюда поставить. Давай сюда влепим. Только не в дума. Нормально. Так. Поехали далее. Руги. Она что, забрала способности, что ли? Так, а почему запечатала-то, я не могу понять. Подожди, нафиг. Давай сюда. А почему сработало у него это? Я не понял. Ну и до свидания. По всем параметрам его вынес вообще. Просто вынес. Срабатывай, да. Я не могу понять, почему... Почему мне запечатали этого Дживона? Как его звать-то? Вот этого я не врубился. Почему его взяли и запечатали? Может быть, там это у нас была локация такая, что после там пятого хода блокируют способности. Но у него же не заблокировало. Шан-Чи. Все забыли этого Шан-Чи звать. Короче, запаришься тут искать этого персонажа, который хочет прапаться. Так, давай еще, наверное, партичку. Там у нас задание есть еще? Выиграть матчи со Снэп. Как понимать? Ладно, давай еще одну. А, со Снэп. Ну, понял, понял. Увеличить здесь. Снэп. И выиграть. Добавляет копию в руку противника. Не хочу. Сюда Рина надо ставить. Тогда будет все четенько. Агент 13, кстати, я заметил, ребят, тоже уже, ну, не актуален. Так, а это что у нас? Прыгнет на случайную локацию, если после финального будет находиться в колоде. Прыгнет на финалочку. Ну давай. Прыгнешь на финалочку. Главное, чтобы место не занял какое-нибудь хорошее, а то прыгнет, блин, на финалочку мне. Мбаку.
Все чудит, да? Чудило. Так, этот стоит 1, этот стоит 2. С наибольшей силой. С наибольшей силой. Здесь не работают постоянные эффекты. Давай так сделаем. Я так и понял тебя. Что он будет этот? Ай-яй-яй, ребята. Ай-яй-яй. Здесь не работают постоянные эффекты. Ставить пса надо. Что-то ересь какую-то делаю, мне кажется. Все, запечатал, да? Запечатал. При раскрытии, при раскрытии. Давай глянь. А, тут нулевка. Подожди, подожди, подожди. Вот это, вот это вот. А это, подожди, постоянный эффект или, по-моему, при... Блин! Тогда так. Угу. И последний ход. И последний ход. Так, этот у нас единичка. Это понятно. Троечка и двоечка. Пятерочка. Еще предлагаю, наверное, сделать вот так вот. Ах ты, гаденыш, сдался. Сдался он, ребятушки. Ну, я выиграл со снэп, да? Один бой. Так от меня требовали. Да. Меня так требовали. Все, забираем. И... Блин, не буду я, ребят, сейчас искать тут, какую карту можно улучшить. Все, ребятушки, давайте на сегодня будем закругляться. Отлично. Помахались. На сегодня был такой... Нормальный противник, хитрый. Некоторые для себя колодочки такие подзаметил, особенно мне понравилось с вампиром, который забирает силу. Это, конечно, было круто. Ну что, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.